Джей Блейксон за 800 тысяч поставил фильм «Исчезновение Элис Крид». Теперь ему доверили гораздо больше бюджет. Бюджет пока не сообщается, но, судя по трейлеру, он грандиозный. Лив Шрайбер играет в фильме «Пятая волна» и играет подросшая, уже большая актриса Хлоя Грейс Морец. Трейлер запредельный, один из лучших трейлеров за последнее время, которые я видел. Смотрим трейлер. Неопознанного объекта, пролетающего мимо Марса. Затем он находился на орбите нашей планеты, а теперь завис над Землей. Мы назвали их иные. Что им нужно? Земля. Поэтому они здесь. Им нужна наша планета. Сначала они лишили нас электроэнергии и погрузили мир во тьму и хаос. Потом захватили наши города, разрушив их до основания. Затем они отобрали наши жизни с помощью неизлечимого вируса. Хуже всего то, что иные уже были среди нас. Они безжалостно уничтожали тех, кто пережил первые волны. Иные готовятся к пятой волне. Они способны вселяться в людей и контролировать наши действия. Пришельцы выглядят так же, как мы. Что нам делать? Защищать друг друга. Мы никому не можем доверять. Как сражаться с иными, если их не отличить от людей? Да, вы не готовы к концу света. Я должна вернуть брата. Я помогу тебе. Ты ничего о нем не знаешь. Иные забрали Сэма, и я вытащу его. Мы отражаем атаки на последние поселения людей. Если не остановить пятую волну, человечество будет уничтожено. Иные считают, что наша надежда — это наша слабость, но они ошибаются. Это наш дом. И мы его не отдадим. Хороший трейлер под чашечку хорошего кофе от нашего партнера компании «Эталон Днепр». Смотрим дальше. Дальше будет еще интереснее. До новых встреч!